В осадок выпали? Кукулдовочки. Раздачки. Это откуда было? Не помню. Это была моя наркомания. Это несколько килограмм. Я гордо зачусь у вас в тренерах, но я не хочу, блин. А, БХ? Какого саппорта тебе взять, Ром? Леона. Говоришь? Вы мне покажете класс? Но если Леха не будет тормозить, блин, то покажем. Да, только ты свапнулся сейчас. Какой слаб, ты о чем? А, Рома, не шути, родной, а то становись на колени. Зачем слаб? Конечно. Я тебе еще раз отдам БХ, ага. После той охеренной игры. А, понимаешь, в той охеренной игры ты сказал, что ты ливнешь, если я не соберу догон. Я тебя послушал, я не собрал догон. Но я все-таки хочу собрать догон. Нет, вот соберешь догон на Леоне, он неплох, я собирал. На Леоне уж лучше это, Тагани. Ну вот, слабники, да? Какой слаб? Зачем? Почему? Потому что Гладиолус, я не позволю тебе портить моего любимого. Он так и согласился. И вот я снова в шкуре этого ебаного кота, да. И вот я снова покупаю куру. Ибо... Ого, лич купил варды. Круто. О, кто-то репикнул Мелиорика и пошел в лес. Что там топор? Да, гад, бах, прайс за 150 гривен. Достал черепик Лёрика и пойти в лес. Он, кстати, хотел взять траху. А он говорит детским голосом, мне даже интересно уж. А помнишь, всегда, когда ты идешь с другом на бот, появляется какая-то хуйня в танке, которую ты мигаешь. А, у нас будет. Это, у нас будет Тимбер соло. Идите мои, тогда я пофармлюсь. Почему-то Ring of Protection не взял. Да ладно. Настоящий саппорт должен покупать сапог на 20-й минуте. Поэтому он купил стики вместо полезного предмета. Против Тимбера в соло. У которого два активных тела, и который будет их юзать с КД 15 секунд или 2 минуты. Yes. Троллим Рому. Рома бомбит. Да нет. Интересно, а и что им будет, если пустить Рому в Dark Souls? Помнишь, ты помнишь, как у меня этот за окном бомбило со стороны Роминого дома? Ага, то есть Мордор, да? Да. Я безупречно застопил двух крипов, остальные сбежали. О, а что ВД тут делает? А кто соло? Луна, видимо, лукая брать в танке. ВД, на миду у кунка, на топе Луна. Кто у них остался? Кто на миду у них? Кунка? Кунка. Лич? А чего у него там такого хорошего, что он сделал ХП за первую минуту? Объясните мне еще. Супер ново. Карась, карась, отойди, отойди. Карась, карась, соси, соси. Карась, соси. Кура, блять! Кура! Лол. Боже, что вы ебан? Ёбаный ты, Ром. Отойди за вышку и... Стопа. А, ты её спас. А я думал... Да. Как там? Спойл. Спойл. Мне кажется, даже у куры, на которой стоит пол игры на базе, больше ГПМ. Круто. Ну. Он выживет, я в него верю. Он, конечно. Выжил.
А, да. Соснули лалки. Попал, блядь. А, кстати, я сегодня видел человека, который прожимает скиллы и предметы мышкой. Ну, Рома его знает. Да, это просто пиздец. Я ему 100 раз ставил, а кнопки на предметы как у меня стоят, но он их переставляет и жмет мышкой. Он ебанутый. Я хуею, честно. И этот человек еще рандом драфт иногда играет. Там! Играет, ты умеешь лишь одним героем. Да нет, он даже один герой мкать. Вот это баночка. Спрайта. Успей этой сучке. Дом на 5-й минуте решил сходить все-таки нам наверх. Стоящий саппорт покупает куру на 3-й минуте. Мне стыдно, да. Честно. Кунка ушел с линии. Где они поставили вард? Почему варда на руне нет? Yes. А, лич. Они заблочили фонд для отхода. Сосать. Что поделаешь, если лич любит сосать? Лич? Лич любит высасывать. Он любит сосать. Левон. Ой, фу, блядь. Вот поэтому меня и переклинил. Ну вы меня поняли, это самое главное. Не, это главное, когда тебя понимают люди, да? Ну не мы. Тебе надо найти людей. Да. Это так для начала. А дальше уже пойдет совсем не сюда. Таким макаром мне самому придется варды покупать. Так. Yes. Можно будет попробовать забрать в виде доктора. Кунка взял иллюзии и отдал их Бейну просто так. Для практики, видим. Ты фармишься, чувак? Вон, 1100. Вот так вот. И сейчас Лёрк не убил. А, ВСС специально? Нет, история. Потому что... Кто? Эм! Та-та-та-та-та-та-та! Лёрк, ну съеби уже. Сколько у него там маны еще? Кого? Да у Тимбера, я все у него беру ману, а она что-то у него все есть. Сосу, да. Не у него происходит. Осталось 19 хп маны. Что он совсем обсосок. Дал бы ты станчик еще. Мана. У него же как был. У него самого маны уже нету, потому что этот Тимбер бомж. Соси из крипов, блин. У крипов много. Их не жалко. Кунка ушел с линии, это плохо. Мне бы вард поставить. Сейчас я вард поставлю. Кунка ушел наверх, так что. Ну мог. Вот для чего-то нужен этот никчемный тренер. Чтобы сказать, куда ушел Кунка. И он промажет кораблем. А нет, нихуя. И сейчас. Ой, бля. Че, совсем все плохо. Да. Он хорошо попал кораблем. Это Кунка, который умеет попадать. Это не тот же самый, который в прошлую игру играл с нами. А, Бейн, не слышал, не? Зачем? What the fuck, да? Тимбер. Так, наверху. ВД ушел, вы, конечно, это не писали. Да он сейчас... уже тут давно не стоит, как бы, уже вроде бы понятно. А, сейчас заберут Твича. Да. Ой, хорошо. Волшебные сплэши, и Кунка уходит с того, сейчас будет уходить.
Попробуем его забрать. На пятом часу игры не решить. Просто я играл за Тингера вчера, и его невозможно забрать так. Вот именно, ибо он очень жирный. И может блинкаться. Блинкаться. О, ВД тут. А вот наш шкаф ВД вернется. Он такой же, как и мы. Вы смотрите, Кунка тоже на мид еще не возвращался, что вы осторожны там. У нас вард вроде стоит. Тут есть Рега. Так, а не, Кунка все еще на топе. Знаешь, все-таки в варде стоит еще один. И я надеюсь, Тич заберет Луну, не. Но Кунку-то с Бейном хотя бы заберете. Ноп. Ноп. я заберу. Давай ЛД. Я обхожу. И мы, надеюсь, заберем. Я обхожу и мажу станом! Обошел. Но это было чисто. Вы слышите этот звук, да? Покаржу. Кунка, да. СС. На миду его нет, поэтому... На топе его тоже нет, поэтому там осторожней. Чувак, у нас... Я специально поставил ТФА. Ну, мало ли, может у него... Хитрая тактика обхода. Да, есть. Кунка на миде, к тому же этот... Гунка на миде, к тому же там куда-то кто-то телепорт сюда. Я не успел посмотреть. Что у вас? Это походу стоп СС, луна одна. А я умею Кунка говорить. А ты говорить не умеешь, ботом из миссинг. А Кунка наверху. Так что. Ребят, у вас свободно, путь чистый, я не знаю. Ну хорошо, чё, фармимся? Я и фармлю. У меня половина боится. А, угадайте, что делает Рома? Сосёт! Я беру ману! Сосёт! Так, ВД, Луна и Лич наверху. Они один раз. Они пытались забрать Лорика, но. И заберут. Ну говорили Миша. Ну там просто совсем жопа была, их четверо. Так. Тимбер, походу, вниз пошел. Давай пушим, походу. А, Кунка тоже ушел. Уходят вниз все. Тимбер на миде. Остальные пропали. Сосать. Ты заебал, что ты на меня смотришь? Я просто уже слышу этот звук. Так, Кунка бегает. Так, на миде еще и ВД. Только что был. Ой, к нам кто идет? Тимбер. Го примем. Go. Ну и... Останься. А, о, хорош. Ну и... Красава. Атаки молодец. Сука. Сука, как? Нет, нет, почему? Я не успел. Но это было все равно неплохо. И Вич Доктор тоже, нейтрал и даблкил. Скоро логов, которые стоят на то, там будет больше урона, помнишь? У меня почти есть 4 секунды. Чё ты куда... Кунка ушел на топ.
Все ушли на фронт. Быха на припарне. И он только сейчас написал ХДД. ХДД? Он настоящий программист. Пушим, пушим. Это как ХДП, только ХДД. Ну, КПР. Я пойду леса пофармлю. Тимбер. У вас... Ну, как бы тут двое. Я против них уж 100% не устаю, если они сейчас... Да, я валка. Если они меня захотят убить, они меня сразу убьют. Обходят Тибер. Я бегу. Ща, я валка добью. Какой-то медленный ассасин. А у тебя мана на прокат есть? У меня фулл мана. А можем взять луну. Потому что она дно. Она на топе отдавалась. Давай луну. БФ есть, я пошел за БФ. Ой, Леорик там веселится. Кто забрал ты? Вот это. Главное, я трек успел повесить. Но СС вы не написали на Тимбера. Написали. Ой, да и почти забей. СС, какой СС? Да не, мы писали же. Есть БФ. Зачем тебе БФ? Так он рулит. Я сделаю, что я этого не слышал. Так, вам кумка. Господи. Ну, чё ты его не загрел? Кажись, он это того, прошаренный парень. Он почувствовал что-то. У него еще и хоста там. Он просто что-то почувствовал, походу. Жопы чует. О, покарать начинает бежать, надо. У нас лидер, два саппорта и два керри. Ох, корабли! Ну, корабль был неплох. Ой, а вот мой стан был очень плох. Эти люди мне что-то говорят за мои станы. Да, Тимбер. Тимбер максимум ДПС. Ладно, вышло. 2-2. А ты сдох, что ли? Да. У меня подвышка готова. А Дум фармит. Понимаете, что у Дума фрифарм 15 минут уже? А знаете, что у него есть? Что? Меда. Да. Медас и фейзы. А еще кольцо. Но не плевать мне. Не дорос, да. Она увидела меня. У них варды, что ли, везде совсем. Вард. Тимбер, уйди. Кунка еще к тебе пришел, так что. Да, ты центрик. Сейчас. Бежать. А, и все-таки вспомнил, что у врагов есть БХ. Не вовремя для меня. А что такое, достыли, что? Центрик там был, я обосрался. Рич с луной просто это сильно. Какое лезвие, видел? В иллюзию. Давайте, ну. Тут вот еще. Кунка. Кунка пришел, кунка ушел. Нормальный такой пират. Почему Дум долбоеб?
Большая. Потому что в него ультанул Бейн, и я ультанул. На него спустили две ульты. Почему наши саппорты, долбоёбы? А начнем с этого. С чего бы это? Тебе чё, куры мало? Тебе вардов мало? А, демон, что это было? Там стенд. Демон ни у кого нет, я посмотрел. Ай, корабли, ёбаный в рот, корабли. Давай, беги, Рома, беги. Ай, да хули. Какие цели, блядь. Половую ему пни. Да, вот это ренджа. Вот это, блядь, ренджа у нее, а? Сколько, 1500, что ли? И главное, я на базу уже почти прибежал. Никто хер поможет. БХ в леса пошел. Я сейчас сдох. БХ только резнулся. Вот только что, вот. Все остальные мертвы были. А, я на лещи какой-то хуйней страдал, правда. Ну, если ты сделаешь станцию. Лич вообще не палится. Блять, вот это ульта. Вот это чайник. Вот это ты дебил. Вот дебил. И Рошан пошел тащить пин. Вот это лич конченый был. Он сосил у меня чай на простом. Why not? Кончен. Где у них центрики стоят, ты говорил? Я не знаю, там где-то это на топе совсем высоко. Я не ушлялся, сошлялся, и ВД там был совсем одно. Бля, я в Рейвкинг, я тебе в центрика дал, случайно. Да ничего, он пошел оставить, походу. Уже конченый в Рейвкинг. Ну он правда решил поставить. Вот такое ощущение, что она прям знает, где я нахожусь в данную секунду. Может она чувствует тебя по запаху? Ну ты же кот. Коты воняют. А она на кошке так-то. Ну кошка чувствует, ты понял. Дум идет на одном месте. Что это за центрик? Зачем? Боже, Рейв Кинг, ну блять. Посмотри! Леха, ты это видишь, да? В Рейв Кинг, ты конченый. Перфект. Просто импосибро. Бля, нахера я это сделал? Блядь, Леон, ты ебаный. А что бы сделал ты? А, кинул сюрикен. Дохнул. Ты мудак. Интеллектуальное общение. Просветка. Нахер просветка. Зачем она? Юзать ульт до хпшного ВД вместо того, чтобы продамажить, например, их не ватик. Он бы ушел. Блять, у меня сюрикен на... Я ебал, что ты туда идешь. Ебать, правда, я не думал, что я иду на 100 хпшного ВД, на которого я иду и кинул трек. Боника просто кончила в этот момент. Ты лучше в Рейв Кингу скажи, что у него отличный центрик, который я ему случайно отдал. Кстати, как? Ах,
Бэй. Зашибись, когда подходит АД кэрри, надо бить вражеского миллера, чтобы кэрри не мог его бить. Так правильно, логично, умно. Пизду АД кэрри. Они вообще не нужны. Не. А что ты, юный мой друг, будешь собирать дальше? Я? Да. Изолятор. Потом БКБ. Дамага, богу, дамага. Как минимум, да, чтобы БД уложился с одной плюс. А не с пяти. Внизу. Чтобы наш Леон мог сидеть, это еще лучше. Я соберу дезолятор. А лучше Этериал. А и Дагон. И Дагон. Мне кажется, и Дагон это теперь его мама. Да, твою мамашу остался. Понимаешь, и Дагон это... Для него теперь это как Карфаген должен быть разрушен. Ну, я не знаю. Пойду юзать Этериал на твою мамашу, вот осталось сказать. И все. Шутка оценена экспертами, долбоёб. С раком. Мозгом рака, я не знаю. Where's the fight? Тимбер прилетел. Все прилетели. Все посрали. Господи, это больное ублюдок, где я от него? To hell and back. Чё у вас там творится? Какие пилы? Какое БКБ, какая ульта, господи! Я кончаю! Всё, Леон, пизду. Леон, у тебя проблемы. Какие? Сейчас придет, а нет, Дум. Где твоя ульта? Не, просто Дум долбоёб, на самом деле, поэтому проблем у него нет. А ульты он не мог дать, у него маны еще не было тогда. Изоль имеет. Их есть у нас. Знаешь, дизайн имеется в твоих. Романыч. Просто вот. Пойди ультани в свою мамашу. А чё ВД? Он байбэкнулся или что? Я не знаю. Я просто кончаю от таких ультов. Ну они шикарно, согласись. А ты чё куру не взял? Да я пошел на базу вообще, нахер этих обмутков. Это тот человек, которому не... просто не в лом. Да. Как минимум я резко себе полбану и куплю. Ультуй! Он пожертвовал собой, чтобы разбить варп. Ну ок. Поставлю-ка я еще два, да? Если тебе хочется, вдруг мы жертвуем свою жизнь ради поставки варда, то... Человек с дизолем. Ну как человек? Пошел я искать вражеский, да? Ду походу. Пойду я по изумрудному лесу, да? Вот шел я как-то по изумрудному лесу. И, сука, где луна фармящая? Фармящая? Фармящая луна. А ему похуй вообще на тебя, знаешь, похуй. Он гордый представитель рода демонов. Видишь, поэтому я и собрал дизоль. А ну вот, да. А кто там на Равшана пошел? Короче, где-то тут кумка бегает, клипанный. Дайте мне рожу. Ой, как
корабли. Чё за нахер? А где вода-то? А вода в кустах. Мудак, сука. Блять, опять ничего. Я хуею с таких идиотов. Под башенкой-то, да? Что это было? Если бы не было ничего... Это жительная магия и текстура башни. Знаешь, в этот момент... Нет, знаешь, это был как хоровод вокруг ёлки. Польмо тик плиз просто. Тут должна была быть музычка из Бенни Хилла. Да. Пойду я думаю на это. Может, теперь он не засып. Ударит меня по мозгу. Он на тебя ульту. Он горд слишком для этого, понимаешь? Да-да-да, дум-дум-дум. Дум? Он демон. Интересно, он там у него не помещен? Должна быть. Хотя не идут. Или... Да, он съебался в ужасе. Кто это был представитель рода демон? Не сыкотно. Чувак, тебе помогут мои иллюзии. Давайте побегайте за ним, покажите, где у нас БХД. Да, фура должен убегать только с трентами, чтобы все видели, куда он идет. Ай да, это шоу бы не сила, просто не фурион он такой. Ну, ВД, может? О, Луна. Ну, Луна, я люблю тебя. У нас там проблемы. Похер, я пох. На Луну. Ну, лишь бы на девку запрыгнуть, а? На кошку девку. Ты ж быха. Ну давай уже. Я бы БКБ. Мне есть БКБ. Чем там убили? А РМП чест. Я сомневаюсь, что он пришел. Возьму Арону Инвиз. Да, а нет. Сука. Сказал, понимаешь, если бы ты играл за Рики, сказал это, я бы вообще уебал. Я видел Рики, который качал ульт, купил лотар и потом брал Арону Инвиза. Поэтому... А еще юзал рефреш и потом еще раз юзал лотар. Это как бы рэмп. Это рейп. Enemy's middle tower has fallen. Это типа надо купить 8 гемов, он думал так. Типа на каждый вид по гему. Наивный чукотский мальчик. О, тут этот. Давай заберем. Он не может фармить. Теперь он может нажимать на кнопочку и фармить, поэтому ему приятно. Кинг раскачался. С лебардой, лол. Oh, hell yes. Кстати, какой Эйгерс был? Рейсы, он остался. Да, но он сделал ультракил. Он не просто так его просрал. А так-то у него остался Эйгерс. Да? Да, потому что у него ульта дропнули. Да. Ну, блин, его, блин, он бы и этот... И ульта Аегис, вы представляете, какой это просто? Он бы и рэмпэдж бы сделал. Я видел, думал этого в рейсе, который собирал ульту, рефрешер и Аегис. То есть, это, убить его, это... Мы его убивали 3 раза, после чего он продал рефрешер и купил что-нибудь серьезное. Да, короче, мне лень кого-то искать, я пойду пошлю.
А зачем кого-то искать, если все на лейне? Все на миде, чувак. Никто не ходит фармить, собственно, лето. Чувак, нам нужен трек, чтобы смотреть, где они. Это охерительная дота. У них 5-4-3 кэри, и никто не фармит лес. О, инвиз. Это мое. Он давно там лежит. А, я думал уже следующий. Я не специально. Пробежали мимо. Они просто это не заметили. Баха, наверное, иллюзия. Так рассудил Луна, ведь. Я думал, Леон ультанет. Я тоже. А, у него маны не хватит. Почему все они бегают за тобой? Не знаю. Помнишь, хватит за мной ходить, сволочи. Это моя личная армия. Это как те куры, только это саппорт. Это полезнее. Брейв кинг саппорт. Ну, неплохо, альтернативный дота. Всем треки, пацаны. Дабл-кил! Вам просто попались какие-то жуткие рачки. Не совсем. Как нет, вначале так... они были не безнадежны. Так играть за Тимбера, это будет играть. Золотые шестерки. Ну, а Кунка был неплох шестерки. И они вроде как убили его. Я убежал, короче. Чтобы убить Леонарда надо, я не знаю. И сейчас соедет. Да. Такое аж тролло-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 ло. Не, они его два раза убили, ты понимаешь всю боль? Да иди ты нахуй! Танчик. Ой, а ты там умер, да? Ну ладно. Действительно, за меня дали 1100, ну ладно. Подумай. Ну да. Где Мека, блядь? Я поэтому у тебя и спросил, ты умер? Что это за слово? А как пользоваться кнабой? Ну просто насилует, голосовый доминировать убежать. За Леона главное соста. Рома этим прекрасно справляется. Да нет. Ну да. Как видишь, без маны сижу. Ну вот насоси. Насоси на ману, потом на ламборджини. Вот, подсмотри и учись. Как надо спасать. Тебе не кажется то, что для парди это немножко неправильный бан? Нет? Кстати, да, дота это дискриминирующая игра, там нет ни одного сосущего саппорта женского пола. Так что... А кто сказал, что Леон это мужской род? Да, блять. Вот, смотри и учись. Я надеюсь, тебе жизнь не пригодится. Я так. Идите вот нахуй. Что там у Брейфа? Там рыжий. Кто у нас рыжий? У нас Бейн. Крипов это не может убить. Ну, потому что это... Ты посмотри на него, он фиолетовая хуйня. С аганимом. И травелами. И стафом. Ой, да Кунка, что ты делаешь? Прекрати. Кто? Кунка. Чёрт. Забери Кунку там. А Едис у него давно пропал или Роша есть, нет? Нет еще. Пап,
А почему нельзя послать иллюзию за Рошей и пойти самому Кунке, не? Нет, мы будем фармить. Бэйн, да ты чё? Че офигел? Трогаешь. И твоя кура, ты её не покупал. Интересно, а рапира из иллюзии выпадет? Я испытаю. Ты что, купил рапиру? Да. Бум! Рапира! Дом, блядь! Рапира? А что было? Он кинул иллюзию на дом! Что дом на иллюзию? Жалко, я этого не увидел. Я это видел! Ну что вы хотите от человека с ником реактивной енотой 287? У него до сих пор было бом-бом-бом-бом-бом. Знаешь, такие мини-бомбежи, которые посылают большие бомбежи. Он ультанул на иллюзии, я правильно понял? Да. Я пошел отсюда. Ну, Леворик сам прекрасно справится. Че ты засал, ты бессмертный? Я? Я про Леворика. Ты немножко перепутал. И не про тебя. Кунка, золотые корабли. Ну давай! От чего он сдох, он вроде даже не ударил. Он ударил, почему? У меня он только замахнулся и все. А страха сдох. Дагон, в самый раз. Он пошел менять партии. Блядь. Опаньки. Щепка. Блин, почему ты стоишь? Не знаю, он решил отдаться богу отдать. Он просто решил отдаться в луне. Вот это ульта ВД, вы видели? Да. Да у них одна из целях. Да, да, да. Просто perfect. Impossible. А по-моему я нечаянно перепикнул на Мартру. С одним отличием, у тебя крит выпадает 95%, а не 5%. А, со 100. 100%. Нет, 5%, когда ты не попадаешь. Брайт решил просто насиловать дальше своих рапир. Правильно, нахуй иди с тому, у кого рапир. Просто, знаешь, он решил идти и насиловать. Чувак, подари Аегис. Один крит, три четверти хп. Just Business? Да. Ну это наемник, ты чё? Ну, блин, у него есть название, понятно, чувак. Как его звать? Гамадрил? А, Гандар. Гондон. 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 Гондон ты, а он Гондон. Я понял, ты похож на кота Голлума. А по сути меня вырастил Голлум, так что. Сносим бараки двумя точками. Криты! Бога крит! Баха, сука! Бом-бом-бом-бом-бом! Отдай кунки рапира. Рапирка-то отдай. Ты еще рефикс, да? Свинсляция, ёпта. Да. Нынче рапира подорожали. Да, я вчера в без городе на рынке видел. И она меня не убила, лол. Мой Яндекс кошельский. Я так чую, я скоро отъеду. Я согласен проебать игру, но заработать косарик. И хороший бизнес, я знаю, чем Дэнди зарабатывает. Боль. Динай меня.
А хотя выживу. Сука! Репорт ему найдет. Я специально ждал последние несколько секунд. Ты знаешь, что вот реально ПХ. Уебок, которую и своих, и чужих. Да вот же. Наконец-то изи карточка. Изи, 42 минуты. Изи, такое изи. Я вспомнил старые добрые времена линейки. 30 минут фармишь, а потом апаешь все уровни и даешь пиздюлину. Кунг-то с ладаром, фиг ты его найдешь. А, лол. Говоришь, фиг ты его найдешь. Купи гем. У меня нет ладаров. Место, блин, я не знаю. У него есть Тараск. Тараск, вождей гема, да. Ты корабль. Давайте еще думбы, люди, жаль манты. Блин, продай ПТшки, купи гем, а. Черепахой. О, дасты. Они наконец-таки решили выпить. Выпить они решили, понимаешь? Untappable force pro. Знаешь, а босс подошел и получил ебал. Это тот слабый момент, когда баунти превращается в терминатор. Бэкдур, какой бэкдур? Его руки сложно атаку. Какая такая дупель так прокатит? Сколько? Фраймл. Это фраймл называется, я понял. Гозу берем. А я сейчас Гуиды на пудге. Да, Гуиды. А Лёрик... По идее он мёртв. Но он жив, но мёртв. Просто надо изнасиловать противника, да? И противника, и его маму. Да, а это уже правильно. Верная дорога, идите давай. Ну просто, он сейчас будет заходить в фонтан, умирать в фонтане, возвращаться в фонтане. Десантник, блядь. Леорик, иди в фонтан, тебе уже похуй. Почти как вот. И пока пойдет, купит еще какой-то хуйни. Да, хуйни. Теперь внимательно посмотрите на их. УУДГ? УУДГ. Это просто призыв клича. Так, пишешь. Где мои рарки? Мои дали. О, на броду неплохо. Так, что тебе да? Это хера, как все. Соль, рапира, БКБ, ПТ, Тараска, еще одна рапира. 232 ГПМ.